И всем привет, с вами Ростиксон, сейчас я расскажу про бота в Телеграме Near Team Bot. А перед этим конкурс на $15. Тот, кто напишет лучший комментарий, связанный с Near Team Bot, как он может быть связан, это какая-нибудь критика или предложение. В общем, я выберу лучший комментарий и отправлю ему приз в токенах Near. И еще нужно будет подписаться на мой Телеграм-канал и Телеграм-канал Near Games. И напомню, что все ссылочки на бота будут в описании. Чем хорош Телеграм-бот? Тем, что он всегда под рукой, можно с телефона или компьютера проверить обновления и сделать полезные штуки, отправлять транзакции и тому подобное. Чем хороши децентрализованные приложения? Тем, что они живут в блокчейне, не требуют центра доверия, но позволяют надежно работать с финансами за счет мощной криптографии. Только вот сложная криптография требует сложных интерфейсов, подписки всего подряд в MetaMask или на экранчике Ledger. Можно ли сделать так, чтобы вы смогли управлять финансами внутри Telegram-бота, запускать смарт-контракты одним касанием экрана, оплачивая за выполнение операций малые доли цента, а сам бот при этом не имел бы даже теоретической возможности украсть ваши средства? Да, если вы работаете в блокчейне Near. Причина в том, что в Near есть уникальная возможность создавать ключи доступа с ограниченным функционалом внутри вашего аккаунта. Для T-Bot написан смарт-контракт для управления чаевыми, которые можно пополнить токенами. Эти токены можно отправлять в виде чаевых под сообщениями, а чаевые можно выводить себе на кошелек. Кстати, в чате Near Games такое часто практикуется. Допустим, вы можете получить чаевые за помощь какой-либо сообществу Near. Чтобы связать бота с вашим аккаунтом Near, мы сгенерируем новый ключ, который сможет запускать вызовы лишь для этого контракта, не сможет вызвать другие контракты и уж тем более не сможет потратить ваши токены. Ключ находится в вашем распоряжении, и вы можете удалить его из Near аккаунта в любой момент. Но пока он активен, он позволит Telegram-боту отправлять чаевые настолько простым способом, насколько это возможно в Телеграме. Мы можем отправить чаевые пользователю, даже не зная его адреса. Чаевые смогут накапливаться и будут закреплены за его Telegram-аккаунтом, и как только он зайдет к боту, то получит предложение точно так же подключить свой блокчейн-аккаунт и вывести токены. А если у него нет Near-аккаунта, то бот поможет создать link-drop ссылку, которая переведет на страницу генерации аккаунта, при этом покроет небольшую плату за хранение аккаунта и остатки чаевых сразу зачислит на баланс. Ссылка на бота есть в описании, или же в Телеграме пишем Near App Bot. Как начать отправлять чаевые? Переходим к боту, Near App Bot, как я уже говорил, и логинимся в аккаунт командой Login Team Bot. Указываем желаемую сеть, вводим имя своего аккаунта в Near в виде name.near. Вы должны иметь доступ к этому аккаунту через кошелек Near, то есть биржевые аккаунты не подойдут. Далее будет создана ссылка, по которой вы сможете связать аккаунты. Кликните на нее, залогиньтесь, если надо, в свою учетную запись в Web Wallet. Убедитесь, что у данного доступа не будет возможности тратить токены и вызывать методы других контрактов. Нажмите «Авторизовать», ну то есть «Принять». Второе. Вернемся к боту и подтвердим привязку ключа. Это можно сделать кнопкой «Старт», нажатием на кнопку под полем ввода или вводом любого текста. Выполняется проверка в блокчейне, после чего создается ключ ограниченного доступа. Третье. Переходим на сайт, логинимся своим аккаунтом Near, использованным ранее, и пополняем баланс приложения. Эти токены вы сможете жертвовать в чате. Четвертое. Идем в Telegram-чаты, где присутствует бот. Например, чат Near Protocol. И пишем в ответ на сообщение того автора, кого мы хотим премировать. Например, /Near1 или /Near05. Смарт-контракт всякий раз изменяет данные в блокчейне. А теперь, что делать, если вам дали чаевые в Near Team Bot? Например, расскажу о своем примере. Я как-то сделал рисунок, связанный с Near, и даже не думал, что мне что-то за это может прилететь, и мне отправили один Near в виде чаевых. И то есть, как мне их теперь получить?
Мы опять же переходим к боту NeerBot. Смотрим доступный баланс командой MyTips. Если у нас есть NeerAccount, то логинимся в бота шагами 1-2 из предыдущего списка и делаем withdraw для вывода. Если у нас нет NeerAccount, то вызываем withdraw link drop, которая создаст ссылку на генерацию аккаунта, на котором уже будут лежать пожертвования за вычетом стоимости регистрации аккаунта. Внимание! В боте ведется два разных баланса. Депозит относится к аккаунту NEAR и баланс чаевых в Телеграме относится к учетной записи в Телеграм. Это сделано для того, чтобы иметь возможность отправлять чаевые даже тем, у кого нет NEAR аккаунта, и отправлять чаевые не только в Телеграм, но и в других социальных сетях. Когда вам отправляют чаевые, вы получаете их на баланс чаевых. Чтобы иметь возможность отправлять эти токены в виде чаевых другим пользователям, надо перевести их на депозит командой Transfer Tips to Deposit. Еще одна интересная функция тимбота – это свопы. Получив чаевые в Аврора или, скажем, тип токен, пользователь может без проблем обменять их на Finance Ref на NEAR и создать учетную запись NEAR. Также у бота есть чат в Телеграме, там вы сможете пообщаться с людьми про бота, узнать что-то интересное, задать дополнительные вопросы. Также все ссылочки на Twitter бота будут в описании, там проходят анонсы, конкурсы и так далее. Как по мне, NEAR T-Bot очень полезная штука и действительно уникальная. Напоминаю про конкурс $15 и всем удачи, буду благодарен за конструктивную критику в комментариях.